в каждом сообществе снизу в темы добавляются две стандартные мероприятия и фото. Вопрос у меня был такой, как посмотреть число просмотров. В одних видео показывается здесь число просмотров, в других нет. Проблему удалось как-то решить таким образом. Создал альбом, название которого совпадает с названием сообщества. И потом при входе в тему фото у меня весь этот альбом здесь разворачивается. Открыв любую фотографию, то есть любое видео, по сути дела, я могу смотреть те мои ролики, которые помещены в это сообщество. В одних роликах указывается время просмотра. После того, как я дохожу до последнего ролика, показывается, наверное, общее число просмотров. Вот вопрос, который у меня так и остался подвешенным.